Здорово, здорово, народ канала Серфокс. Сегодня хотел рассказать про топ-5 мормышек 18-19 года. Поехали. Начну, наверное, свой список с этой мормышки. Мормышка называется овсинка старого образца, еще советских годов. У меня остались в запасе. Вот осталось у меня их не так много, наверное, штуки 4. Неоднократно выручали меня, особенно по белой рыбе. Но в этом году они у меня находятся, к сожалению, на 5-м месте. Есть мормышки, которые работали гораздо лучше. Мормышка-ведьма. Безнасадочная мормышка является. Вот в этом году она у меня опустилась на более низкое место, нежели чем в другом. Вот. И находится на 4-м месте в моем списке облавленных водоемах. Ловлю я на нее пореже. Вот. Как-то, по-моему, хуже в этом году, на нее 18-19 год, рыбы на нее клюют. Открывая третье почетное место, конечно же, черти. Вот, без чертей сейчас никуда. Вот. Ловится на них, ну, разлавливаю я, пытаюсь на них учиться ловить, очень довольно-таки тяжело они мне даются. Наверное, один из единственных безмотыльных насадок, на которые я ловлю, это вот именно чертята. Ну, результаты, в принципе, превзоходят все свои ожидания, если получаться подстроиться. Ну, по крайней мере. Открытием этого года, наверное, могу назвать это гвозди-шарик. Так называемая новая мормышка, которую я начал использовать не так давно. В этом году буквально я их купил, пользуюсь. Ну, в принципе, они меня удивляют и очень-очень сильно в лучшую сторону. Вот гвозди-шарик. Ловит довольно-таки неплохо и приманивает рыбу. Ну, с большого довольно-таки расстояния, 2-5 метров от лунки, от просверленной, вот, собирают практически всю рыбу, все, что есть. Белую, и окуня, и ротана, и головля, и так далее, и тому подобное. Барабанная дробь, я вот мормышка, которая является у меня в авангарде, с чего начинаю всегда облавливать лунки, это как раз гвозди кубик. Ловил я на этом году на них очень довольно-таки хорошо. Работают они на всех водоемах, универсально. Собирают всю рыбу, которая есть возле лунок, активную, неактивную. Заставляет клевать. Почему, я не знаю. Ловил, пробовал с подсадкой мотыля и опарыша. И весьма и весьма, особенно по окуню, прям бомба. Если кто будет ловить или будет кто в магазинах, советую. Размер у меня 0,75 и 0,5. Это 0,5 грамма, 0,75 грамма. Есть еще граммовки. Они более тяжелые. Вот. Надеюсь, видео было полезно. Топ-5 мормышек 18-19 год. Вот. Ну и всех с прошедшим праздником, Новым годом, с наступающим Рождеством. Всего самого наилучшего. Здоровья вам и вашим близким. И хвостань чешуи. Увидимся. Пока-пока.